Село Смольки Городецкого района теперь может претендовать на самую экологически чистую территорию. Здесь построены новые очистные сооружения. Они заменили старую систему, которая уже не справлялась с нагрузкой. Комплекс отвечает всем техническим и экологическим требованиям. С приемных песколовок. Вот по этой трубе у нас поступают все уже грубо очищенные стоки, поступают в усреднительную емкость. Усреднительная емкость достаточно большая, она 50 кубов. Почему усреднительная? Потому что смешивается объем сточных вод и состав сточных вод. Технологический процесс водоочистки – это механические и биологические способы. Обеззараживание воды на финальной стадии выполняется при помощи ультрафиолета. Объект работает в автоматическом режиме. Для бесперебойной работы наших очистных сооружений, то есть при отсутствии электричества, либо сильный ветер, либо какие-то ЧС, здесь установлен электрогенератор. При прохождении сточных вод через наши очистные сооружения по техническому регламенту вот сточной водой можно даже умываться, мыть руки. В общем-то, выходит техническая вода. После очистки вода попадает в реку Глубиху, которая протекает рядом с селом. Как говорят местные жители, она сейчас ожила, избавившись от нечистот. Для природы, вот для реки, я не знаю, ей, наверное, сейчас вообще она дышит, живет. И важно не только это. Река является притоком Узолы, а она, в свою очередь, впадает в Волгу. Именно на спасение Великой реки направлен федеральный проект оздоровления Волги, в рамках которого в регионе должны появиться 15 комплексов водоочистки. Смольковский стал первым в этом списке.